Всем привет, с вами Ирина, и в этом видео я хочу показать вам, какая кора пришла мне от Швертера. Я заказывала кору пини, 1-2 сантиметра размер и 2-3 сантиметра размер. Вот я вам хочу показать, какая это кора. Кора просто отличная, замечательная. Вот так вот она выглядит, вот такие вот хорошие кусочки. Вот как раз подросточки посадить. Очень даже. Я в эту кору посадила свою Ирен Топкин. И 2-3 сантиметра кора достаточно крупная. Кусочки такие очень даже приличные. То есть вот на руке вы видите, каких размеров эти кусочки. Мне кажется, даже некоторые больше, чем 2-3 сантиметра. Ну, вот такая вот кора. Кора отличная. Есть немножко поменьше кусочки, есть немножко побольше. Ну, в общем, вы видите, какие это кусочки. Вот в такую вот, кстати, кору для тех, у кого есть ванды и в домашних условиях вы не можете обеспечить влажность, можно посадить вот в такую вот достаточно крупную кору, молодую ванду, и она будет расти у вас очень даже хорошо в коре. Кора крупная, воздух будет проходить очень хорошо, даже в какую-то сетку, к примеру, можно такой горшочек сетчатый подобрать, и очень даже хорошо будут расти ванды вот в таком вот субстрате. Так что вот такой вот субстрат я заказала, и вот так он выглядит. Ну, надеюсь, вам было полезно это видео. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.